Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем сундуки. Наконец-то я приехал, наконец-то я установил абсолютно все то, что мне нужно было, все восстановил, все прежние настройки, микрофон воткнул, вебку воткнул. И, конечно же, первым делом, зайдя в Warcraft, нужно вскрыть недельные сундуки. Все-таки сегодня у нас вторник, последний день КД, чтобы сундучки не сгорели, надо их открыть. Ну и сегодня, конечно же, нужно закрыть что-нибудь в плане десятых ключей каких-нибудь на стриме, с целью того, чтобы завтра, конечно же, также вскрыть эти сундучки, дающие мне эпический лут постоянно. Что это? О, это перчатки, кстати, весьма неплохие. Статы не мои, но все же. Модификатор текущей недели, кишащий, взрывоопасный, укрепленный. Большое количество мобов, сильных хп-атаки. Со сферами? Да, взрывоопасный, насколько я правильно помню, это сферки. И Викавру для них... Я, конечно же, приложу в описании к видосику своевременно, да, сегодня вторник, я, так сказать, с барского плеча выкладываю Викавру с этими сферами. Хотя у тех, кто активно чистит данжи, она уже давно есть, либо тот, кто видел видосик этот около года, там, полутора назад, то, конечно же, зафиксировал себе эту Викавру в клиент игры, но... Кто-то играет недавно, кто-то видосики смотрит недавно. Так что все равно стоит приложить эту Викауру к описанию видосика. Ну, а это перчатки на распыл. Ни к чему. Святилище штормов. Ну, все равно я буду искать от Алдазар с целью того, чтобы просто-напросто быстренько закрыть и забыть об этих недельных ключах. Ну, то есть, зачем напрягаться в ключах, если я хочу всего лишь получить недельный лут? Самый быстрый от Алдазар в текущий момент инс считается. Проходишь его и все. Ну-ка, на монаха, может, что-нибудь упадет интересное. Я надеюсь на это. А поясок зачем? Непонятно. Окей, ладно, 46-й. Можно шапочку усилить по этому левелу. Ну все. Вот такой вот лут особо не кошерный, печальный. Ну а что поделать? Это потому что я вскрывал во вторник. Вот и все. И вот вскрыл бы я в среду, по-любому было бы все хорошо в плане итем левела, в плане лута, ну имеется в виду полезных слотов и всего такого прочего. Сегодня, да, нужно будет зачистить, конечно же, ключики, так что в 11 в Москве я включу стрим. Ссылочки абсолютно все есть в описании, посещайте их, не забывайте. И... Посидим, поболтаем с вами насчет всего того, что было, насчет всего того, что будет. И позакрываем ключики, так что если у вас есть Алдазар, то я с радостью примкну к вам. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги и руки. До скорого.